И это был 84-й год. Конец Андропова, начало Горбачева. Ну, перекройка, перестрелка, перекличка, ну и всякое такое. Ну, мне вообще никогда не нравился советский строй. И самое простое, что можно было сделать, это бы стать панком. Назы панком. Так, изначально это был какой-то, не знаю, желание... Это был... Это... Так, это у меня был, значит... 4-5 класс. Значит, это был как протест совку и белому геноциду. Мне не нравилось, что коммунисты гнобят белых людей. А ты самостоятельно к этому пришел, да, или кто-то тебя подвинул? Как я это было? Я самостоятельно к этому. Ну как это было? Как это было? Ну, да. В те времена появилась куча всяких видеосалонов, у друзей появилось. Ну, ты же понимаете же, все, что все это пришло из-за рубежа. И, ну, как бы в Советском Союзе это все хипари и панки, бледные поганки, ну и все такое. Все это запрещалось, гнобилось, за это давались уголовные сроки. Я, не достигший 14 лет, получил уголовное взыскание за то, что я не такой, как все. Изначально тогда 90% были нами панки. То есть не было такого понятия, как анархия. То есть, тогда, в те времена, ну, по крайней мере, на мой взгляд, и на взгляд людей, с кем я до сих пор общаюсь, ну, в основном все, как бы, был нацист. Все носили свастики, все кричали «Зиг Хайль», все не любили инородцев, все были белыми. Как ты относишься к поколению панк-рокеров, которые подросли вот, да, на данный момент? Ну, вот то, что мы имеем сейчас, мои ровесники. Ублюдки, упыри, толерасты и жопоебы. Почему? По определению. Комментируй. Просто по определению, без комментариев. Но просто по определению. Но они отличаются, да, ведь от вас? Как бы вам объяснить? Мне в свое время за свой ракет, за свой внешний вид приходилось биться. Да вот с соседями по подъезду. Им сейчас ничего не надо. Мне приходилось выдумывать. Мне приходилось шить себе косуху лично. Приходилось клепать ее. И эти сейчас, блядь, мамочка, мне нужна клепанная косуха. Мамочка пошла, ему купила. Мамочка не пошла, не купила, он ее все равно где-то намутил. Все вот это сейчас полное говно. Они потом пойдут в менеджеры. Пойдут в те же самые толерасты. Они будут сидеть, пиздеть, что у меня начальник гандон, буржуй. А я тут против буржуев, блядь. А потом, блядь, выходит с этой работы и идет против буржуев. И он идет недалеко против буржуев. Он идет, блядь, к своим друзьям. И он сидит со своим, что он против буржуев. А утром возвращается на работу. И он приходит и преклоняется перед этим же буржуем. Он не поднимает бучи. Он не поднимает никакой социальной значимости. Он просто знает, что он себе социально значим. Вот он панк, вот он сидит, работает, вот он себе заработает когда-нибудь. И будет он ездить на, не знаю, там, на Порше, там, хер знает, на Мерине, там, на Вэхе, с иракезом. Какой нахер панк на Мерине с иракезом? Есть у тебя определенная такая ностальгия по ушедшему времени. Хотелось бы вернуться вот. Да, я хочу обратно в 90-е. Тогда можно было убивать, резать и душить.